фамилия никак не связана с приготовлением пищи на огне. Крестильное латинское имя Увар, в старину Уар, Вар, хромой, породило еще фамилию Уваркин. Уваров Федор Петрович, российский генерал от кавалерии. В Отечественную войну 1812 года был командиром кавалерийского корпуса. Отличился в Бородинском сражении, совершив рейд в тыл противника вместе с корпусом Платова. Проявил себя в боях под Вязьмой и Красиным. Сергей Семенович Уваров, русский государственный деятель, граф, почетный член и президент Петербургской академии наук. Опубликовал ряд работ по древнегреческой литературе и археологии. В 1811-22 годах попечитель Петербургского учебного округа. Входил в литературное общество «Арзамас». В 1833-49 годах – министр народного просвещения. Его триада «Православие, самодержавие, народность» стала крылатым выражением и определением русской монархической доктрины. Он стремился затруднить доступ к получению образования лицам недворянского происхождения, усилить правительственный контроль над университетами и гимназиями. Вместе с тем, при Уварове было положено начало реальному образованию в России и восстановлена практика командирования ученых за границу. В своем подмосковном имении Поречье, Гжатский уезд Московской губернии, ныне поселок Уваровка, создал частный ботанический сад.